Всем привет! Меня зовут Светлана, и я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня я расскажу, как сделать ведьмину лестницу на богатство. Для этого необходимо взять зеленую нить, обыкновенную зеленую нить, катушку купить для определенного магического ритуала. Не та, которая у вас была в шкатулочке, а именно купленная для этого ритуала. Далее вам понадобится 9 бутонов гвоздики, пряность. Вам нужно будет завязать 9 узлов, проговаривая каждый узел и ввязывать в каждый узел бутон гвоздики. То есть вот вы отматываете нитку, отматываете, берете, завязываете узел, вот бутон, навязываете узел и проговариваете свое желание. Вот так вот. Завязали, проговорили, сказали «Аминь». Вот вы проговорили и завязали. Дальше вы завязываете следующий бутон. И так 9 узлов, 9 бутонов. У вас вот так вот получится. Далее, что вы должны сделать? Произнести «Лестница из 9 узлов. Я создала тебя, чтобы богатство, которого я хочу, стало моим». Чтобы я смогла подняться по тебе к благополучию. Такова моя воля, да будет так. Затем следует обмотать вот эту лестницу, полученную, вокруг зеленой свечи. То есть вот вы берете, когда она еще не горит, вы завязываете узелочком фитилек, и вот так вот по спирали вниз вы обматываете вот этой вот созданной лестницей. Затем вы обмотали, и зажигать эту свечу в течение 9 суток. Свеча к концу 9 дня должна догореть. Зажигаете свечу в первый день, она догорела у вас до первого бутона. Все, выключаете свечу либо же ритуальным ножом, либо же колокольчиком. На второй день также вы включаете ее до второго бутона. И так 9 дней. Последний день она догорает у вас до конца. И богатство приходит в ваш дом. Конечно же, этот ритуал вы должны делать только на растущую луну. Время суток здесь не имеет никакой роли по вашему желанию. Я надеюсь, вам этот ритуал понравился. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на моем канале. Всех вас очень люблю и желаю вам всего самого наилучшего в мире.